Всем привет! Сейчас вот пришли на работу, заделаем кофейку вот, и будем работать. У нас есть сегодня Audi A4, B5, вот, поднята морда, значит, поменяли стойки передние. Вот, так когда сделали полностью переднюю подвеску, стояли пружины до этого у нее, ну, походу как спорт, потому что витки были близко, но она очень низкая была, вот. А мужчина на ней ездит уже такой в возрасте, говорит, бордюры цепляют там туда-сюда, ну, поставили обыкновенные стойки обычные, вот, ну и полностью всю подвеску, и получается сейчас морда задралась, а задница опустилась, вот. Так что надо поднять задницу. Вот. Так что сейчас будем разбирать, покажу, как это сделать. Ну, по крайней мере, как я это делаю. Вот. Ничего сложного нету, но... ладно, смотрите, все покажу. Так, ну что, начинаем разбирать. Значит, смотрите, вот эти вот боковинки, ну, я думаю, все их начинают драть, и, ну, или ломают, или отрывают. Значит, она снимается вроде как просто. Ну, немножко надо усилие приложить. Значит, что делаем? Прижимаем ее туда, вовнутрь, да, и приподнимаем ее кверху. Кверху. И тогда с крючочка, сейчас эту задвину, вот так, зажимаем ее и приподнимаем кверху. Она раз и снялась с крючка. Потом низ надо вниз давить. Ну, либо если у вас снято нижнее сиденье, то будет проще. А так вот вниз ее надавливаете и от себя. Вот, что получается? Здесь просто крючок, там вот такая скоба, вот это, и там крючок. Вот, а здесь просто защелка такая. Вот. Потому что если будете вот так вот драть, то она, блин, плохо выскакивает, очень плохо. Все, эту штуку сняли. Сняли вот эти пластмассовые штучки. И все, и отодвинули обшивку вот так. Все, и вот достаем этот поролон, вот, и вот там два болта. Ну, в принципе, довольно таки несложно. На универсалах там чуть побольше надо разбирать, но ничего, там тоже нормально. Так, смотрите, вот сняли мы амортизатор, да, ну, естественно, разобрали пружину, все, и чашка у нас приварена, видите, вот, чашка приварена. Вот есть такие амортизаторы, которые здесь такие три сжатых штуки, и вот эта чашка, она съемная. Вот, ну, тому-то и проще будет. Вот, значит, что я делаю? Я сейчас болгаркой срезаю аккуратно, потихоньку, вот так. Получается чашечку. Вот. Сбиваю ее. Ну, наверное, смотрите, потому что рассказывать сейчас, ну, все буду по ходу. Так, все, смотрите, я ее подрезал, все, сбил ее, вот получается вот такая вот штука у нас. Все, все, у нас теперь чашка съемная получается. Значит, теперь остается здесь такой вот сварочный шов. Вот. Ну, он достаточно ровный. Видите, как прям отрезал, как на токарном станке. Вот. Потом берем вот это вот кольцо и ставим сюда. Вот. Но смотрите, что получается. В начале видео я там показывал, что вот надо, ну, как бы 2 сантиметра, да? Вот. 2 сантиметра должно быть кольцо. Но у нас еще есть, остались заводские вот такие вот проставки, которые вот здесь, видите, чашка металлическая и резинка, вот, которая ставится еще вот так. Вот, когда оно было сразу, вот, было еще вот так. Вот, видите, уже подъем. Ну, естественно, потом вот так. Вот, и было классно. Вот. Ну, я уверен, что 85%
уже их ни у кого нету. Вот этих чашек, ну, заводских, вот этих вот штук. Сейчас. Вот, вот этих вот. Их уже ни у кого практически нету, они позгнивали. Ну, у кого есть, хорошо. Вот, это даже отлично. Вот, потому что пружина у нее классно становится, все. Вот, и в основном все будут именно ставить вот так. Вот, видите? Значит, у кого нету вот этой вот штуки, вот этой, ставим 2 сантиметра. Вот, вот так. Чик. Чик. Все. Понимаете, да? Вот этой штуки нету у вас. Вы ее не ставите. И будет получается. Ну, понятно. Будет это вот так. Вот. Вот так. Ну и сюда будет становиться уже пружина. Вот. Но если она у вас есть, вот это еще, то тогда машина очень-очень высоко задерется, очень сильно. Вот. И будет вверх отбивать амортизатор. На любой яме будете ехать, на полицейском, да, жопа подпрыгнула кверху и будет дух выбивать амортизатор. Значит, что я сделал? Вот это кольцо, вот видите, у меня метка стоит. Я его разрезал пополам, сделал вот ровно 1 сантиметр. Короче, пополам его разрезал. Теперь у нас будет вот так получается. Вот это колечко сюда ставим. Потом вот эту вот штуку сюда ставим. Потом ставим вот эту резинку. Оп, видите? И потом уже ставим вот это. Вот этот типа пыльничек. Вот сюда. Вот получается вот так. И кажется немножко, да, на самом деле машина нормально поднимется. Видите, оно ровно все. И приваривать его не нужно, его сдавит пружина, никаких ни скрипов, ни стуков, ничего не будет. Вот. Ну, это опять же, также Audi, Volkswagen Passat, Golf 2, некоторые Golf 3, ну, не универсали. В универсале там пружины стоят, на, ну, как бы ниже. Ну, седане, потом Audi A4. Короче, у кого такой, да, даже Жигули, там, восьмерка, девятка, что там еще, Таврия. Ну, короче, много вариантов вот по вот таким амортизаторам, именно стойкость сзади. На любой, в принципе, машине, ну, там сложнее будет сделать, там, Toyota, либо что-то еще, у них чашка слишком поднятая, ну, как бы там... Здесь как бы ровно, а там вот такие конуса. Ну, это уже там тоже можно подумать, что-то сделать. Ну, как бы я делаю вот так. И это, честно сказать, это эффективно. Это не то, что там вот сюда наваривают еще один вот такой, да, вот такую штуку. Ну, для крепления, да. Второе отрезают от старого, приваривают вот сюда. Ну, я считаю, что это все-таки лишнее. Ну, во-первых, сварки, во-вторых, ну, это больше заметно изменение конструкции. Возможно, даже техосмотр не пройдете. Вот это, ну, ничего мы не меняем. Мы делаем чуть-чуть жестче пружину, и все. Ну, машина поднимается, и не такая она уже жесткая. Вот. Что как-то так. Вот, смотрите, сейчас я прижал вот этим. Все, и оно даже не шевелится вообще, ничего не болтается. Просто он напрессовывается немножко сюда и все. И вот оно получается вот так. Видите? Все, собираем тогда дальше амортизатор. И смотрим, что получилось. Все, ставим пыльник. Амортизаторы не старые. Пружины тоже не старые. Вот, не забываем ставить вот это кольцо под конус, которое держит. Там стопор стоит, стопорное колечко. Вот. Вот это сюда ставим. Вот так вот. Все, потом ставим шайбу. Вот видите, вот эту шайбу на отбойник. Вот так. Все, ну потом уже ставим вот эти резинки. Вот этими вот конусами их нужно вверх. Вот. Видите, даже еще втулки не успели заржаветь, они не так давно менялись. Все, вот эту штуку ставим вот так. Вот. Ну, естественно, потом уже опору, и в ней же
У меня же вот такая же резинка, только побольше внутри стоит. Вот. Но я делаю вот так. Снимаю тулку. Сразу ставлю вот этот замок. Вот, одеваем ее вот так. Проворачиваем. Вот, смотрите, еще такое есть в опоре. Есть такие две широкие ямки. Видите, они должны совпадать с этими болтиками. Вот. Ну, желательно, конечно. Ну, я делаю так. Вот. Чуть-чуть, если надо, провернул. Все, она совпадает. Здесь в замке сидит. Все это выравниваем дело. Вот, смотрим вниз. Пружина, чтобы стала. Все, резинка у нас получается. Вот, все стало так. И потом уже вставляем втулку, чтобы оно попало сразу в обе. Немножко подшевелим, и в обе попадает. И чуть-чуть так оставляем ее кончик. Вот, вот так. Потом ложим эту шайбу. Вот так. И закручиваем. Все, значит, вот так получилось. Видите? Вот. Пружину не выкрутила, ничего. Здесь все хорошо. Все в своих местах, все в замочках. Все как надо. Ну все, теперь ставим на машину. Вот, и опустим, посмотрим, как она там поднимется. Ну вот, смотрите, теперь что получается. Было 67, а сейчас получается 69,3. Где-то так. Ну пускай 3 сядет, будет 69. Ну, 1 сантиметр получается проставочки, 1 сантиметр. На 2 сантиметра поднимается машина. Все, ладно, всем пока, всем спасибо. Ставим лайки, подписываемся на канал.